Женщине приснился сон про дочь. Она видит, которая была замужем 3 месяца. Она видит, что стоит на берегу реки, и там купается много людей. Из воды выходит ее зять и заворачивается в саван. Дочь пришла домой и сообщила ей, что она с мужем разводится, и они разошлись. Вот смотрите, когда заворачивает в саван, это в темное что-то заворачивается. Это как бы заканчивается, убирается. То, что уже непригодно к жизни.